Развитие животноводства, в частности овцеводства, является одним из приоритетных направлений в сельском хозяйстве Карачаева-Черкесии. В республике есть богатый опыт и условия. Эти факторы стали причиной привлечения одного из крупнейших сельскохозяйственных холдингов группы компании «Домете». Как все начиналось, какой принцип работы на заводе, об ассортименте продукции, о планах производства расскажет Альбина Ламкова. Крупнейший сельскохозяйственный холдинг группа компании «Домате» запустил завод по убое переработки баранины в 2022 году. Строительно-монтажные работы вели в Черкесске на мясоперерабатывающем предприятии «Кавказмясо». Модернизацию выполнили в рамках реализации проекта по производству баранины в Северокавказском федеральном округе. По уровню технической оснащенности и количеству внедренных решений производственные объекты компании не имеют аналогов в стране. Пойдем сейчас в цех упаковки, там мы увидим вакуумное оборудование, которое позволяет производить упаковку практически любого размера готового продукта. На заводе проведена масштабная реконструкция. Это позволило увеличить число рабочих мест. Сейчас мощность предприятия составляет 25 тысяч тонн в год. По проекту в будущем объем переработки составит 300 голов в час или 42 тонны продукции в смену. Инвестиции в перевооружение предприятия составляют более 3 миллиардов рублей. Особое внимание компания уделяет вопросам биологической и санитарной безопасности производства и качеству продукции. Сегодня ассортиментная линейка завода насчитывает более 200 позиций и включает в себя натуральные полуфабрикаты из баранины и ягнятины, фарши, маринады и консервы. Продукция сертифицирована по стандартам халяль и кошер. Востребована не только в России, но и за пределами страны. Есть собственный магазин. Для наших жителей это положительный момент. Свежее мясо, которое есть на любой выбор, можно сказать. Цены достаточно приемлемые, все чисто, аккуратно. Инвестор ориентирован на поддержку личных фермерских овцеводческих хозяйств в Карачаево-Черкесии. С этой целью компания завезла партию в Карачаево-Черкесию из 137 племенных овец лучших зарубежных пород для дальнейшей работы по улучшению поголовья и созданию племенного ядра высокоэффективных животных. Животноводческая ферма расположилась в поселке Ударном, поэтому и рынок сбыта гарантирован. Кроме этого, «Домате» ориентирована на поддержку личных фермерских овцеводческих хозяйств. В этих целях организовали экскурсию для фермеров. Сельхозтруженики увидели работу современных линий по обвалке мяса, убою, разделке и упаковке, ознакомились с работой холодильного оборудования. Все хорошо по современной технологии. Надеемся, что наша продукция, как сказать, наш скот, мы привезем и сюда будем сдавать. Еще в этом году был открыт цех по производству консервов. В качестве сырья для его производства используют баранину, индейку. Ассортимент консервов включает готовые блюда – баранину тушеную и классическую, индейку тушеную и по-домашнему. Производство состоит из отделений фасовки, стерилизации, упаковки, складок готовой продукции, вспомогательных и бытовых помещений, таких как хранение овощей и специй, помещения для их приготовления и ряд инфраструктурных объектов. Смотреть за машиной, чтобы работало все как часики. Так все хорошо. Зарплата устраивает? Да, зарплата устраивает. Еще специалисты «Домате» консультируют и предоставляют услуги фермерам в области кормления, ветеринарии, генетики и селекции в соответствии с современными технологиями и стандартами сельскохозяйственной отрасли. Альбина Ламкова, Вести Карачаево-Черкесия.